Но я думаю, что эта планета в самой темной части темной зоны. Может быть, желательно покинуть эту область как можно скорее. Ладно, хорошо, достаточно. Зев, взорвем эту глупую планету и найдем где-нибудь хорошую планету. Есть некоторые сомнения в необходимости уничтожать эту планету. Она относится к планетам типа 13, которые сами уничтожают себя на определенной стадии развития. Как? Иногда война, чаще экологическая катастрофа, но обычно планеты типа 13 неумышленно разрушаются учеными, когда те пытаются определить массу частиц Гиггса-бозона.